А вот всем привет, канал «Жизнь на колесах» на вахте. Значит, вот как неделю я уже в городе. Ну, приехал с вахты, все нормально. Сейчас еду с каналом Андрей Кулибин. Короче, сейчас мы снимаем аккумулятор с моей машины. Она стоит там с лета на стоянке. То есть мы сейчас запускать ее не будем. Смысла нету. Морозы стоят уже, как вот я приехал, по 20-25, а то и 30 доходит. Сейчас мы что снимаем аккумулятор, он его отвезет завтра. Кстати, вас всех с праздничком, сегодня 23 февраля, с днем Российской Советской Армии. Ну, сейчас уже день защитников Отечества. Всех мужиков с праздником, вам, ну, всего-всего, короче, народ. Сейчас, значит, мы сидим у Андрея в машине. Короче, нас тут заставили. Ну, пока, ну, Андрюх пришел, мы у меня чайку попили, посидели. Вот, короче, пришли, машина тут стоит поперек. Позвонили, трубку не берут. То есть я не знаю, стоит не стоит сейчас машину снимать. Во-первых, на улице холодно. А во-вторых, холодно, телефон просто сядет и все. Не знаю, сколько там денег за это время набежало за машину. Буду просить, чтобы уплатить хотя бы половину стоимости. А второй раз, когда вернусь, уже остатки уплачу. Если они на это подпишутся, хорошо. Если нет, то, блин, надо будет думать. Что-то решать. Потому что я снова вещи повезу с собой. Запчасти к автобусу повезу. И не хочется обратно мне и туда, не хочется на Блаблакар ехать. И обратно не хочется. Там не покурить. Еще не поделать одно дело. Ну, конечно, когда обратно на машине поеду, я тоже там это делать не буду. Но хотя бы можно будет покурить. Нет, там тоже можно покурить, но там надо просить останавливаться. А там есть определенные остановки. Приходится терпеть все остальное. Что-то еще. А, то есть вчера был у стоматолога. Он мне посмотрел, все, говорит, нормально, все, езжай. Что-то там подкрутил, подвертел, посмотрел, постучал, поковырял. Он говорит, все нормально. Месяц бед знать не будешь. Да и полтора там, ну, насколько уеду, я не знаю. Он говорит, нормально все. То есть, когда первый раз я поехал, я об этом забыл. По-моему, что еще сказать? Скажи что-нибудь. Андрей сидит, молчит. Не знаю, что с аккумулятором, народ. Если, блин, я не знаю, я прям, ну, не хочется прям деньги тратить. Вот прям в нее прям вообще не хочется. То есть, вот сейчас вот на данный момент, чтобы уехать туда, покупать новый аккумулятор, там еще какая-то херня с генератором. Там то есть зарядка, то нет, там надо будет разбирать, смотреть, если Андрей Кулибин это все сделал, посмотрит, починит, респект, если нет, то это надо покупать, на этом снова деньги. Фен я привез, он его вроде как бы починил, но надо его запустить, проверить, надо солярку купить, то есть еще там одно, а так вроде все работает. Короче, просто он провел профилактику. Объясню, что к чему, потому что там инструкции нету. Начальник сам не знает им, как толком пользоваться. Сейчас, короче, начальник у меня там без фена. Тоже сидит, жалуется, холодный. Я говорю, вот-вот. Потом еще тут, пока сейчас загадывать не буду. Вот смотрите, подписывайтесь, там будет все дальше, народ. То есть канал, куда я... Ну, то есть сейчас я эти видео все позакрывал. То есть я как объяснил ранее, то есть начальник там мне дал эти... Ну, пару этих. Что мне там дал? Он говорит, Володь, вот эти видео надо позакрывать или запикать, или что-то надо. Вот эти три видео надо это удалить. Вот буду что-то там мутить другое. Уже знаю, что я туда с собой повезу. Что из посуды, что из вещей. Блин, вот сидим, ждем, ну, наверное, про машину. Вот она все, зеркала сложены у нее. Я что, ну, что за машина? Кстати, вот этот звонит. Видишь, Андрюх? Вот он звонит. Ладно, народ,